Всем привет! Добро пожаловать в наш Fulfillment. Так, мы зашли в наш Fulfillment. Здесь происходит приемка товара. Вот человек принял товар, он все это пересчитывает. Цех привозит нам определенное количество, мы не пускаем представителя цеха, пока мы не примем товар, не пересчитаем, так как может счет разниться. Пойдемте дальше. Вот в таких мешках уходит товар через карго в Россию. Мы не отправляем просто вот таким образом, дабы оно не испачкалось, не раздербанилось по пути, поэтому все пакуется здесь и запечатывается в мешке. В последнее время к нам вот эти дни пришло очень много товара, несколько тысяч, и поэтому мы даже пока еще не успеваем распихать по нашим стендам. Вот такие вот блузки к нам пришли. Так, чтобы вы понимали, какие масштабы, да, и какие клиенты к нам обращаются. Вот, например, этот клиент, он сейчас отшивает 15 тысяч единиц вот таких вот блузок. Только представьте, 15 тысяч. И это все будем обрабатывать мы и наш Fulfillment. Также вот похожий клиент, они шьют вот такие простые майки, тоже у нее сейчас отшивается около 8 тысяч единиц. Это все летний товар, что требует быстрой отбраковки, маркировки и скорейшей отправки в Россию. А здесь непосредственно проходит вся наша работа. Сейчас часть работников у нас на обеде. То есть именно здесь отбраковывается товар, маркируется. Этот товар тоже сейчас уже скоро пойдет в работу. Так, ну, на примере, да, вот пришли вот такие вот базовые майки белого цвета. Здесь, в первую очередь, это не сложный товар, так скажем. В первую очередь, конечно же, состригаем нитки, коих полно. Выворачивается изделие, то есть здесь посмотрели, с горловины. Вот, далее клиент нас попросил, да, в ТЗ указал запаковать это все в зиплок-пакет. Выбрали мы вот такие вот матовые с черным бегунком. Вот. Это была небольшая экскурсия по нашему Fulfillment. Приглашаю вас к нам. Будем рады с вами сотрудничать. Fulfillment очень важен. И очень важен на этапе, когда еще товар в Бишкеке, чтобы мы здесь уже его отбраковали, отмаркировали и отправили благополучно в Россию. Будет еще хуже, если вы обнаружите браки в России, и это будет нервознее и дольше все возвращаться. Если есть какие-то вопросы или нужен прайс, пишите мне. Всем пока!